I'm not afraid to die.
551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 555, 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 555. Yeah.
совсем немного времени остается до старта первого полуфинального матча финала четвертьфинала Кубка России по гандболу в ВКонтакте. В первом полуфинале у нас встречаются гандбольный клуб «Кубань» Краснодар и «Звезда». Которые, несмотря ни на что, сейчас присутствуют на трибунах. Добрый день! Так по-серьезному работают люди. Очень по-серьезному. Снимайте его, снимайте. Не, вы туда снимайте. Как это, Ростов сейчас пиарится перед студиями. Ты скажи в камеру. Мам, нас будут показывать, мам. Итак, дорогие друзья, добро пожаловать на финал четырех Кубка России 2016. Здравствуйте! Это Ростов-на-Дону! Среди женских команд.
Это финал четырех Кубка России. ВКонтакте финал четырех Кубка России. Представляем флаги команд. Здравствуйте! Это Ростов-на-Дону. ВКонтакте финал четырех Кубка России по гандболу среди женских команд. Для вас место событий. Сергей Приголовкин и Артем Шмельков работают. Наш тандем, думаю, многим поклонникам ручного мяча России уже привычен. Но не такая уж частая привилегия нам участвовать в процессе. Сегодня помогает Александр Боровков. Он работает в подтрибунных помещениях Ростовского дворца спорта. И сейчас стремительно туда слово мы передаем нашему коллеге, который антуражную составляющую добавит нашему сегодняшнему репортажу. Приветствую, коллеги, приветствую, Артем, Сергей Николаевич. Мы сейчас находимся в фан-зоне, где уже начинают собираться болельщики. И совсем немного времени остается до начала первого полуфинального матча, финала четырех ВКонтакте Кубка России по гандболу. И вот сейчас у нас есть возможность пообщаться с болельщиками гандбольного клуба «Кубань». Вот вы видели такой жест характерный. Я видел, что парни перед нашим включением уже разминали, сделали такие повороты корпусом. Думаю, сегодня будете активно болеть. Да, конечно, будем. Всегда поддерживаем команду. Мы для этого и приехали, чтобы активно болеть, поддерживать свою команду. Сколько вас таких активных приехало сегодня в Ростов-на-Дону из Краснодара? 15 человек, но завтра ждем подкрепления еще из Краснодара. Поддерживаю своего коллегу по болеть, поддерживать команду. Парни, Кубань недавно впервые за 17 лет выиграла медали чемпионата России. Вот сейчас эмоции. Какие перед финалом, полуфиналом Кубка, возможно, финалом Кубка и победой бронзовой медали в чемпионате? Просто невероятные эмоции. Это долгожданная победа у нас, как бы. И сегодня ждем тоже на медали. Ну, будем отпускать ребят, им пора на фан-сектор бежать. Совсем немного остается до начала матча. Ждем стартового свистка. Коллеги. Здравствуйте! Здравствуйте! Это гандбол и снова Ростов-на-Дону приветствует поклонников этого искрящего, замечательного вида спорта. Ближайшие два дня, 26 и 27 мая, арена Ростовского дворца спорта. Это арена битв за звание лучшей команды Кубка России. ВКонтакте Кубка России по гандболу среди женских команд. Мы с вами отправляемся на первый полуфинальный поединок, на матч открытия этого действия четырех клубов, участниц женской российской суперлиги под вывеской «Кубань-Краснодар», «Звезда», «Звенигород», «Московская область». Ну и в тандеме работают для вас Сергей Приголовкин и Артем Шмельков. Сергей Николаевич, категорически вас приветствую. Добрый день, уважаемые телезрители. «Кубань-Краснодар», «Звезда», «Звенигород» — это всегда интересно. Давайте вспомним, что в нынешнем сезоне эти команды встречались дважды в чемпионате страны. И тогда разошлись в матче, который состоялся в Звенигороде. Победу одержали хозяйки, подмосковные гандболисты. Ну а в свою очередь на берегах, на Кубани, победу одержала Кубань. И затем эти два клуба сошлись в битве за бронзу чемпионата страны. Первая игра в Звенигороде. Основное время ничья. Первый овертайм, то есть два тайма по 5 минут. Вновь ничья. И только во втором овертайме Кубань дожала своих соперниц и выиграла с преимуществом всего в один мяч. Ну а затем состоялась еще одна игра, вторая игра. И Кубань там без проблем одержала победу над «Звездой» со счетом 30-24. И спустя 17 лет завоевала награды чемпионата сезона, которые уже состоялись между Кубанью и «Звездой». Мой коллега, акцентировать внимание нужно именно на первой встрече в мини-серии за бронзовые награды, потому что это была полная драматизм, сама по себе игра, но то, что ее окружало. Там были некоторые
заминки, это еще так мягко сказано, со стороны судейского корпуса и инспектора матча. Я думаю, что все те, кто в теме, прекрасно знают, что, к сожалению, простаивала игра и нужно было дождаться какого-то вердикта со стороны, соответственно, судейского столика, судейского корпуса. Игра в итоге была доиграна и завершилась минимальной победой Кубанью. Игра, в которой вполне по ее итогам могли быть протесты, рассмотрения и так далее, и так далее. Всего этого не случилось. Уже, наверное, не суть важно, почему. Ну и ответный поединок, по сути дела, уже не представлял себя такого большого спортивного интереса, потому что Кубань за явным преимуществом была сильнее. Но сегодня на кону у этих команд выход в финал Кубка России. Я думаю, что это очень принципиальная вывеска, хотя бы и потому, что снова друг другу противостоят настоящие антагонисты. Номер 73. Алексей Валентина Гумянов в качестве наставника в Кубани. Звезды, конечно же, хотя и работал он раньше в Кубани. Номер тоже 87. Против Евгения Трефилова, наставника Кубани. Ну и, как мы помним, тренера национальной сборной. Ты абсолютно прав. Здесь и можно запутаться, Валина, потому что и Трефилов был наставником в свое время Звезды. И именно с этим подмосковным клубом Евгений Васильевич одержал историческую победу, выиграв Лигу чемпионов. И действительно, вот это противостояние двух очень известных российских специалистов всегда вызывает повышенный интерес, потому что они исповедуют разные тактические схемы. Они по-разному общаются со своими игроками. Если Алексей Гумянов считается тренером-демократом, то Евгений Трефилов, ну, наверное, можно сказать, что он у нас тренер-деспот. Ну и давайте добавим еще тоже тогда в этот тренерский портрет, в это тренерское противостояние еще и фигуру Александра Ревы. Потому что именно он на протяжении трех сезонов до прихода Алексея Гумянова возглавлял подмосковную команду, а сейчас он ассистент Трефилова в Кубани. Гимн России перед первой полуфинальной встречей ВКонтакте Кубка России по гандболу. В составе Краснодарской Кубани, в составе наставника национальной сборной Евгения Трефилова. Вот она, заявка Кубани, олимпийские чемпионки в ней. Две виктории Живинскайте и Калинина. Ну и целый ряд потерь в составе кубанской команды. Не заявлены сегодня Яна Живинскайте, Ольга Горшенина, Марина Судакова. Об изменениях в составах команд грядущих в самое-самое ближайшем будущем мы обязательно вам по ходу трансляции будем рассказывать. Рядом с нашей комендантской позицией возникает спортивный директор гандбольного клуба «Кубань» Станислав Кулинченко. Махина, легенда во времена Игроцкий, ну и человек, который большие дела делает уже в качестве гандбольного чиновника. И заявка «Звезды» на ваших экранах тоже. Да, заявка «Звезды». Ну, можно, наверное, сказать, что у подмосковного клуба две существенные потери. Не будет сегодня играть, на мой взгляд, очень хорошая правая полусредняя Арина Закордонская. У нее в свое время была тяжелая травма плеча, да, неоднократная. Затем вроде бы сделали операцию, все было нормально. Но вот перед серией матчей
нет леворукого игрока. Игрока, по сути дела, той же позиции, правого полусреднего. Ну, Дудину, Марину Дудину мы все-таки... Марию Дудину, да, мы видим порой и на позиции правого края, и на позиции правого полусреднего. Ну, именно по ходу нынешнего сезона при Алексее Гумянове она, пожалуй, окончательно стал игроком задней линии. Но, да, соглашусь с этим, но суть в том, что потеря двух леворуких гандболисток перед такой важной матчей, я думаю, что может сказаться на игре подмосковного клуба в сегодняшней встрече. Ну, давайте вспомним, что Мария Дудина, Анастасия Илларионова и Серафима Тиханова. Илларионова и Тиханова сегодня в заявке звезды есть. Это чемпионки мира среди юниорок минувшего лета в составе сборной до 18 лет под руководством Вячеслава Кириленко. Ну и в составе Кубани есть очень классные, подающие большие надежды гандболисты. Ярослава Фролова, Антонина Скоробогатченко, Ярослава серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира. Антонина вместе с Ярославой выступала и за эту сборную, и за сборную своего возраста, которая выиграла чемпионата мира по младшему возрасту в прошлом году. Но игра началась. Давайте смотреть, в каком составе начинает свою позиционную атаку «Звезда». Да, это, еще раз скажем, пятый матч в сезоне этих соперников. Соперников по-настоящему принципиальных. В воротах у «Звезды» начинает Серафима Тиханова, а игроки полевые — это Анастасия Алексеева, номер 63-й, это Анастасия Листопад, 21-й, Наталья Винникова, номер 7-й. Края. Капитан команды номер 8 Виктория Климанцева и номер 93 Анна Шухалова. В линии Наталья Курбанова, 23 номер и первый сейв сегодняшнего матча в исполнении Виктории Калининой, олимпийской чемпионки образца 2016 года. Ух, какая стремительная атака. Валентина Гончарова на острие мяч получает, стремительно разворачивается, но не попадает в створ. Получился у Кубани быстрый командный переход, не смогли реализовать выгоднейшую позицию, но успели вернуться в оборону. И вот расставились Королева и Виктория Жилецкая-Те. Ее сестры Яны сегодня в составе нет, но Вита, как обычно, цементирует центр обороны кубанского клуба. На позициях вторых защитников действуют сейчас Валентина Гончарова и Ярослава Фролова. И Яна Ускова и Екатерина Фанина защищаются на краях. Очень сложная позиция для Климанцевой. Нет нарушения правил. Так считают арбитры сегодняшней встречи. Кстати, их мы вам не представили. Константин Ершов, Антон Павлюков. Пара очень многообещающая. И, кстати говоря, для них это тоже особая вывеска, потому что именно они всего лишь, ну сколько так, навскидку, 10 дней назад были арбитрами той самой встречи в подмосковном Звенигороде, когда столь много коллизий в первом матче за третье место чемпионата России произошло. Итак, Константин Ершов и Антон Павлюков. А на судейском столе сегодня верховодит судья-инспектор Юрий Константинович Таранухин и Виктор Владимирович Паладенко, технический делегат сегодня. Сплошь звезды, короче говоря. Да, Юрий Таранухин, 3 олимпиады в качестве арбитра, 14 чемпионатов мира. И нынешний турнир для него 50-й сезон, когда он работает или в качестве арбитра, или в качестве инспектора. Не укладывается в голове. Не укладывается. Просто не укладывается. И трое из четырех арбитров сегодняшнего события, финала четырех, помимо Ершова, Павлюкова, я напомню, это наша лучшая женская пара, Виктория Алпаидзе, Татьяна Березкина. Вот две девушки и Костя Ершов — это воспитанники, по сути дела, в судейском ремесле Юрия Таранухина. Ну, это Евгений Трефилов. Потеря Ярослава Фролова на ведении. Убегает в отрыв. И 2-0 на табло. Не оставляет шансов Ярослава Фролова Серафиме Тихановой. Как небрежно сыграли гандболистки «Звезды» в задней линии. Быстрый, по возможности, ответ готовят игроки в красно-синей форме. Желтая карточка и 7 метров. Желтая карточка Валентине Гончаровой. 7 метров зарабатывает Анастасия Алексеева. Константин Ершов показал, что было приземление. Да, нарушение правил. Было приземление, поэтому гол не засчитан. И 7-метровой отметки будет пытаться поразить ворота Кубани Анастасия Листопад. Что она успешно и делает. Распечатали свой лицевой счет подмосковные гандболистки. В воротах, кстати, произошла замена на эти 7 метров. Виктория Самарская выходила, но сейчас Калинина в рамку вернулась. Атака краснодарской Кубани, пожалуй, что первая такая
расставленная, что называется, позиционная атака в розыгрыше. Обращаем ваше внимание, воспитанница краснодарского гандбола Юлия Наливко. На полусредних Антонина Скоробогатченко и Виктория Жилинскайте сейчас действуют. Опытнейший правый край Яна Ускова, на левом Екатерина Фанина, ну и в линии Валентина Гончарова. Прямым текстом в тренерском штабе Кубани сказали, что Яна Жилинскайте просто проигрывает конкуренцию, оттого не попала в заявку на сегодняшний матч, проигрывает эту конкуренцию Гончаровой. Но здесь еще одна причина. Яна Жилинскайте покидает берега Кубани и перебирается вместе с Ольгой Горшениной в Венгрию. Они будут со следующего сезона выступать за Фехерваар. То, что Ирина Антонова, например, перебирается из Кубани в другой клуб, не мешало ей попасть в сегодняшнюю заявку. Так что доля правды все-таки в моих словах. Я и говорю, что ты правильно сказал. Доля правды. Видимо, все это в комплексе сказывается. Смотрит Трефилов, но сейчас он не смотрит, сейчас он спорит с Виктором Паладенко. И вот первые действия опытнейшего инспектора матча. Паладенко просит арбитров показать желтую карточку Евгению Трефилову. Неплохая разминка, мне кажется, для начала встречи. Евгений Трефилов буквально-таки, ну, первый раз так прессингом хотел взять судейский стол. И сразу желтая карточка нашему великому и неповторимому. Атака звезды после этой небольшой паузы. Ирина Антонова, посмотрите. Так, это, по-моему, в адрес Натальи Курбановой был неплохой такой, тоже зажигательный вполне спич. Алексеева. Передача на край. И, ох, какой тяжелый. И тоже время элегантный мяч забивает Анна Шукалова. Вот заднего в линию мы вот не видели, там листопад, по-моему, она на позиции правого полусреднего действовала, да, вошла под дальнего полусреднего, и получилась стяжка у звезды. Неплохая комбинация. Высоко поднятая рука, мне кажется, позволяла сейчас Шукаловой выбирать, как завершать атаку, и в итоге она так элегантно над вратарем, над Викторией Калининой мяч послала в сетку. Центр обороны звезды, давайте обратим внимание сюда, там Наталья Винникова и 22-й номер. Дарья Одрузова. Да, не часто мы ее видели вот по ходу сезона, по крайней мере, эти матчи, за которыми наблюдал я, когда она попадала в состав. Но вот она была в матче в Звенигороде за третье место. Ну и вот мы о ней рассказываем, и Одрузова зарабатывает двухминутное удаление. Хотя они вот в эпизоде, который привел к свободному, в предыдущем, очень неплохо с Винниковой распределили свои обязанности, поговорили, разобрали игроков и не дали проатаковать Кубани. Арбитры, в данном случае Константин Ершов, показывают, что вратарь должен из площади ворот, да? А, нет, нарушение правил показали. Там подтолкнуло Фанина, да. Слушай, но только интереснее все становится. Уже по одному ударе. Играет сейчас в меньшинстве на площадке 6 полевых игроков. Неправильный заслон показывают арбитры и отбирают мяч у игроков в красно-синей форме. Да, там было по удалению у обеих команд. Курбанова перехватывает передачу, адресованную в линию. Слишком уж не замаскированный был этот пас. Наталья Курбанова. Вообще, ее само по себе возвращение в большой гандбол стало большой неожиданностью. Но уже сейчас мы знаем, что ее вот этот первый сезон после возвращения в игру в составе звезды не станет единственным. Потому что она продлила отношения с подмосковной командой. Бросок практически прямо во вратаря Серафиму Тиханову от Виктории Жилинскайте. И у звезды что? Будет опять шестое полевое место вратаря? Да, так и есть. Пустые ворота, и выходит шестым игроком Анастасия Алексеева. Очень интересно понаблюдать, сколько передач будет сделано до того момента, когда шестой полевой убежит на скамейку запасных. Пока по-прежнему в шестером атакует звезда. Ну вот, побежала Алексеева на скамейку, но заработали подмосковные девчонки 7-метровые. Наталья Курбанова очень здорово открылась и получила классную передачу. Смотрите, передача со скоком от площадки, которую очень тяжело защитникам прерывать. Вперед пенальти Виктория Калинина. Можно сказать, что листопад попадает в темп, но с другой стороны, вот это движение ногой, конечно, было прекрасно. Наталья Курбанова, 34 года, этой гандболистки многоопытная. Она у Гумянова играла еще в той ладе, да и начинала еще у Трефилова в той ладе.
в середине нулевых, которая знавала и победу в чемпионате России. Последние из них это сезон 2007-2008. Ну и дальнейшая карьера тоже у Курбановой очень так, пестро, интересно складывалась. В Астраханочке она проиграла и за рубеж уезжала. Опытный человек. Вот в стартовой шестерке у «Звезды» выходит. Алексеева, бросок с опоры, бросок также покоряющийся Виктории Калининой, но отскок удачный для «Звезды», отскок за боковую. Наталья Винюкова возвращает мяч в игру. Снова атакует «Звезда», счет 2-2, застыл на табло. Винюкова в ближний попадает. Да, завернула в последний момент кистью Вика Калинина. Дернулась в дальний угол. Получился такой бросок с переводом, очень неплохой. Кубань старается играть быстро. Мы видели командный переход, исполненный в хорошем темпе в самом начале. И вот сейчас разыграли кубаночки быстрый центр. Ну и «Звезда» молодцы, вернулись в оборону. Расставились, успели. Ох, какой обыгрыш показывает Ярослава Фролова. Индивидуально очень сильный игрок. Проскакивает на 6 метров. Ох, как воздух словила, да, там Винюкова. У Фроловой действительно два точных ухода. И под сильную руку может уйти. И вот так, как сейчас, под неудобную руку. Ну, действительно, сыграла просто великолепно. 3-3 счет на 10-й минуте поединка. Винюкова и Листопад. В общем, Листопад пошла по скресту, а Винюкова думала, что она поддержит и будет набегать параллельно. Потеряли мяч. Все тоже сочетание задней линии. Фролова, Желенскайте, Скоробогатченко. В общем, замену атакующих пока у Кубани нет. Фанина, Ускова. Это края и, наконец, Гончарова в линии. И оборона «Звезды» 6-0. По-прежнему Одрузова и Винюкова в центре. Фролова с крест, со Скоробогатченко. Винюкова провожает Тоню до конца. Но, тем не менее, мяч доводится до левого фланга. И Екатерина Фанина, которая вместе с несколькими подругами из волгоградского «Динамо» пришла в Кубань в середине сезона, выводит Кубань вперед. 4-3. А вы обратили внимание на пас Виктории Желенскайте? В этом сезоне, мне кажется, Вика в этом компоненте очень здорово добавила. Вот этот пас из-за спины, недостижимый для защитников, просто отточила Вика. И очень сейчас здорово он прошел на край. Очередная потеря, невнятная потеря «Звезды» в розыгрыше атаки в задней линии. Климанцева, бывшую свою партнершу по команде, бывшего капитана своей команды, Оксану Королеву останавливает в краснодарском переходе. Оксана Королева, чемпионка мира 2009 года в составе сборной страны, начинала играть в Астрахани. Ну, мы уже ее лет, я не знаю, 15, наверное, видим на площадках страны Европы и мира. И вот она, на мой взгляд, один из тех людей, которые за Трефиловым в огонь и в воду. Если вот проанализировать ее путь в гандболе. И в Тольятти она у Евгения Васильевича поиграла и в «Звезде», сейчас в Кубани, ну и в сборной страны. Одна результативная атака Кубани и вновь Ярослава Фролова. Она, так же как и Скоробогатченко, не обороняется. Ну и опять индивидуальные действия обыгрывают Одрузу. Страховка Винюковой не успевает. Тёма, немножко поподробнее. Обыгрыш в сильную сторону и бросок с отклонением корпуса и с переводом. Технически все это было сделать очень сложно. Винюкова. Нет, на сей раз бросок в дальний угол. Виктория Калинина очень технично мяч отражает. 7 метров. Молодец Фанина, как она почувствовала, что выдвинулись игроки «Звезды» далеко вперед. Там получилось свободное пространство. И вот она со своего левого края подорвалась под дальнего полусреднего, получила передачу. И Анна Шукалова еще получила удаление 2 минут. Абсолютно очевидные 2 минуты удаления. Нет, сдвинула ногу, не считается гол. Молодцы арбитры. Вот здесь, пожалуйста, поподробнее, Сергей Николаевич. Вот сейчас мы повтор увидим этой технической ошибки Виктории Желенскайте. Ну-ка. Во время броска одна нога должна касаться площадки. Вот после свистка. Смотрите, что сделала Вика. Вот
В данном случае наступила она. Наступила на вот эту 7-метровую отметку. Но и бывает так, что игрок отрывает ногу, даже если на каток большого пальца касается Тарафлекса, то тогда бросать можно. В противном случае мяч не засчитывается. Эту вещь еще надо углядеть. Молодцы, бдительно сработали арбитры. А нарушение техническое под стать тому, что происходит в теннисе, когда вот при подаче тоже так заступ совершает подающий. Так, смотрим, не ловит мяч Екатерина Фанина. Предыдущий момент. Все-таки мне показалось, что был умышленный пас вратарю в исполнении Яны Усковой. Но Константин Ершов расценил эту ситуацию по-другому и оставил мяч Кубани. Может быть, я не прав. Приехали болельщики из Краснодара. Мы знаем, что астраханцы подтянулись. И вот сейчас оживились трибуны. Кубань имеет поддержку сегодня в Ростовском дворце спорта. А в этом плане, конечно, игрокам «Звезды» обидно. У них как раз болельческой поддержки нет. Ну, по крайней мере, такой зримой, ощутимой, что называется, фанатской поддержки из дома за ними не приехало. «Звезда» по-прежнему в меньшинстве с 6-м полевым игроком, компенсируя это свое удаление. Мари Галай играет на правом краю, покуда удалена Шукалова. Еще 15 секунд «Звезде» в этом меньшинстве. Входит Климанцева в линию. Здесь, загоняя атаку в центр, «Звезда» сама себе усложняет ситуацию. И потери. Уж сколько этих потерь было за полтайма у «Звезды» в атаке. Ну, Кубань здорово сейчас. Вот, особенно в концовке «Звездовой» атаки «Звезды» действовали. Зону сжали там, где был мяч. И на Ведякову выскочили на 9 метров. И вынудили ошибиться. «Звезда» переходит на оборону 5-1. Появляется Марианна Егорова. Замечательная звездочка. Молодая звездочка подмосковной команды. Воспитанница Майковской школы гандбола. Здесь очень спорный пас Винюковой. Могла нарваться та же Егорова на фол в атаке. Это называется подставить партнера такой передачи. Но мы видели, у Скоробогатченко была выгоднейшая позиция по центру. Вот то же самое неоднократно происходило в первом матче за бронзу в Звенигороде. Также перестроилась «Звезда» на 5-1, но, к сожалению, Марианна Егорова действовала неубедительно. Разрывы по центру, и Тоня Скоробогатченко, и Вика Жилинскайте этим очень здорово пользовались. Замены в атаке у «Звезды». Дарья Одрузова, оборонительный специалист, закрывает проблемную сегодня, очевидно, проблемную позицию правого полусреднего. А в розыгрыш выходит Наталья Никитина. Наталья Никитина – это воспитанница ростовской школы. А листопад на позицию левого полусреднего сейчас смещается. Винниковой мы не видим на площадке. Предупреждается «Звезда» о пассиве. Нет, был толчок. Нарушение против, правил против Курбанова. Продолжается атака «Звезды». Листопад, Одрузова, нет. Сбились в кучу по центру. И Вика Жилинскайте ставит хороший блок. Да, давным-давно «Звезда» уже не забивает. И сейчас действительно уже были подняты руки арбитров буквально на последнем, наверное, на последней передаче. «Звезда» сейчас уже, ну, от безысходности должна была выбрасывать. Наблюдаем за Марианной Егоровой, которая вытянута вперед. Вот она притопилась по центру, сейчас прихватила. Ой-ой-ой, ну это коронка, да, Яны Усковой. Это любит и умеет исполнять Яна Ускова. Никто так не перебрасывает. Посмотрите, вот она опускает руку вниз и умудряется буквально оттуда, да, еще снизу перебросить вратаря. Да, очень красивая воздушка в исполнении Яны Усковой. 6-3. Стопат, Никитина. Мяч недостаточно хорошо ходит. Анастасия Илларионова в линии вместо Курбановой «Звезды». Пробежка. Показывают арбитры. Антонова. Ну, молодец, Ира. Да, отличилась Валентина Егорова. Но Антонова сыграла просто не как линейный игрок. Смотрите, что она сделала. Вроде бы, кажется, чуть-чуть передержала мяч, но нет. Дождалась, пока листопад переключается на нее. И тут же сбрасывает открытой Валентине Гончаровой. Не будем забывать. Играла она, выходила со «Звездой» на позицию разыгрывающего. Забрасывала много. Может сыграть и сзади. Смены! Скресты! Назад возвращаться надо быстрее!
довести дело до броска надо. Вы делаете три, потом тяжело будет догонять. Защите надо отработать, чтобы убежать. Первый пас смотрим, не видим кремацию нифига. Алексей Николаевич, мы бежим одни вообще одни. Да я понимаю. Ну вот вам и демократ Алексей Кумянов. Так довольно жестко он поговорил со своей командой. Даже жесткость у него слишком интеллигентная получается. Ну, сказал уже Сергей Приголовкин вам о выходе Анастасии Илларионовой. Это самый молодой игрок в своей команде. 99-й год рождения. И еще раз скажем, проговорим это, что вместе с Серафимой Тихановой и Марией Дудиной это игроки, уже коронованные чемпионками мира на уровне юниорской сборной. Еще одна замена у «Звезды». Мы видим, что на позиции левого полусреднего действует сейчас Наталья Иванова под третьим номером. Вот она получает мяч. До прихода Винюковой был это основной левый полусредний команды. И вот так со скамейки сразу делает ошибку Наталья Иванова. Перехват простейший для Кубани. И Виктория Жилинскайте могла вполне завершить этот индивидуальный отрыв. Но Одрузова чуть раньше ход сбивает игроку Кубани национальной команды России. Да, ну и Наталья Иванова переходит на следующий сезон в Тольяттинскую «Ладу». По сути дела, сегодня и завтра прощальные матчи за подмосковный клуб. Вот она на ваших экранах, крупным планом, уважаемые телезрители. По сути дела, «Звезда» воспитала этого игрока. И первый свой опыт на уровне Суперлиги Наталья Иванова получила именно в «Звезде». Не проходит пас в линию Серафима Тиханова. Нет. Быстро не ввела мяч в игру и, соответственно, пропала возможность контр игры. А почему не ввела? Очень здорово. Жилинскайте и Ярослава Фролова перекрыли возможное развитие атаки. И Тихановой просто некому было отдавать передачу. Но при этом они не успели вернуться в оборону. И Дарья Одрузова этим воспользовалась. Да. Спустя очень большой промежуток времени «Звезда» наконец забивает свой гол. Пробежка в атаке у «Звезды». Марьяна Егорова в догонялке играет с мячом. Подбирает руку и аккуратно, сложным замахом над головой вратаря отправляет мяч в ворота. Легкая рука у нее и хорошая кисть. Смотрите, вот она очень часто так с показом и с паузой бросает. Повисела, вытащила руку, кисточку подключила. Марьяна Егорова, между прочим, и Марьяна Егорова, и Мария Дудина, которая сегодня не может помочь своей команде, травмирована, вызваны в национальную сборную, которая уже начала трудиться на сборах в подмосковном Новогорске под руководством помощника Евгения Трефилова Алексея Алексеева. Но все участники финала, ВКонтакте финала 4 Кубка России, представляющие пока свои клубы и вызванные на сбор, отправятся вместе с Трефиловым после этого события под знамен национальной команды. Второе удаление в матче для Дарьи Одрузовой. Сейчас в центре обороны у «Звезды» вот до этого удаления Одрузова действовала вместе с Анастасией Илларионовой. А вот Трефилов не выпускает шестого полевого. И я не помню, чтобы это он делал и в сборной, и в Кубани. Приверженность старых традиций Евгений Васильевич не рискует. И вот сейчас что-то эмоционально выговаривает под нами, здесь под нашей комментаторской позицией Антонине Скоробогатченко. А Виктория Жилинскайте готовится бросить 7-метровые отметки. Ну, сила есть, что называется. Вика перемудрила, на мой взгляд. Но посмотрите. Да, с отскоком от пола, но настолько сильно, что мяч от площадки улетает в перекладину. Кажется, еще слишком неестественно отклонило в сторону корпуса, что ей тоже могло помешать. Да, всего лишь один реализованный на обе команды 7-метровый из 4 попыток. Вот тоже, как нервы сказываются на исполнении гандбольных пенальти. Листопад ушла, поменялась Никитина. Напомню, что у «Звезды» по-прежнему
действует двухминутное удаление. Анастасия Илларионова в линии разыграла. Пробежка была, абсолютно правильное решение арбитров. Мяч не засчитан, но по-прежнему в атаке свободный был назначен Галай. Иванова, Егорова. Подняты руки арбитров. Бросает Марьяна Егорова, по сути дела, с позиции полусредней. На месте Виктория Калинина. Бросок отчаяния на поднятых руках. Повезло, что мяч от Калинина улетел. Далеко там лицевую, к трибунам. И Кубань не организовала быструю контратаку, но это не спасает «Звезду». Ярослава Фролова. Вновь плод индивидуальных усилий. На всякий случай, для Фролова это уже четвертый заброшенный мяч. В этом пока малорезультативном поединке. Это, на всякий случай, половина всех команд. Убедительней пока Кубань выглядит в обороне. Королева Антонова в центре, Фролова, Гончарова на выходящих, на позициях вторых защитников. Гала идет атаковать, пытается, показав бросок вниз, перевести мяч вверх. Но Вика все это видела, перекрыла, поэтому мяч и улетел. Далеко над перекладиной, высоко вернее. Над перекладиной, ой-ой-ой, кто там не пошел так атаковать-то? Мы видим, что новое действующее лицо и у Кубани. Виктория Дивак, перед ней был коридор, она не проатаковала, потеряли мяч и тут же контратака. Техническое действие, которое вы очень любите. Обработка мяча одной рукой. Смотрите, пас Никитиной и Марьяна Егорова. Игроки такого класса, конечно, должны ловить, уметь мяч одной рукой. Ну, действительно, особенно в исполнении женщин. Мне это нравится. Это красиво, это эстетично. Это показывает о том, что игрок чувствует, куда мяч прилетит. Иногда даже отворачивает, уже голову не смотрит, а смотрит, что будет действовать, как будет действовать в дальнейшем по ходу развития атаки. Красиво. Снова на 6-0 перестроилась «Звезда» в обороне. И выходя со второго защитника, Марьяна Егорова сейчас, на мой взгляд, грубо и вполне достойно двух минут действовала против Фроловой, а две минуты прилетают вот сейчас. Вот сейчас Наталья Иванова. Много, много удалений в первом тайме. Это третье удаление, два было Одрузова, да? Третье, по-моему. Но дело не в этом. Или четвертое, ну пускай будет четвертое. Но вот все удаления, по крайней мере три из них, вот были заработаны здесь примерно, в этой центральной зоне. Там очень активно работает Ярослава Фролова со своим обыгрышем, то влево, то вправо. И центральные защитники «Звезды» с ней не справляются. А сейчас Фролова, какая передача на Ускову. И опытнейшая Яна Ускова, супруга второго тренера в Кубани Александра Ревы, вновь перебрасывает мяч через вратаря «Звезды» Серафимы Тихановой. Она по-прежнему, да, у нас в воротах. У нас, да, я имею в виду, двух других вратарей не, пока не подключает к игре Алексей Гумянов. Ну а Яна Ускова — это игрок опытнейший вот в этой когорте с Ириной Антоновой, Оксаной Королевой, Екатериной Маренниковой. Все они перебрасывают золотой олимпийской медалью Рио-де-Жанейро. Яна Ускова с большой долей вероятности покидает также краснодарскую Кубань. А пока очередной свой мяч, уже третий сегодня, Яна Ускова забивает. Только что вроде бы «Звезда» наметила какие-то пути подхода к сопернику. Два мяча только уступала, и вновь ощутимый разрыв. Четыре мяча. Смена за кадром происходит в воротах у «Звезды». Маргарита Кушнырь выйдет, но пока она уступает место на площадке шестому, вновь полевому игроку подмосковной команды. Диагональ сложнейшая от Натальи Никитиной на правый край. Шукалова бросает из-под сопротивления соперницы, зарабатывает 7-метровый. Давай похвалим арбитров. Мы редко это делаем. Антон Павлюков, вот смотрите. Он видел, что 7 метров, но не дал сразу свистка. Посмотрел, как будет развиваться дальше вот этот эпизод игровой. Не смогла Галай мяч в сетку отправить. И тогда он свистнул и показал на 7-метровую отметку. Но Наталья Винникова не смогла переиграть Викторию Калинину. Так же, как, впрочем, и в этой атаке Кубани. Ярослава Фролова, кажется, бросала. Ну, а между прочим, «Звезда» сегодня не реализовала все три своих 7-метровых броска. Ну, а здесь еще Калинины и везет. Отсюда и счет на табло. 10-6. Впереди Кубань у нас. Юлия Наливко в розыгрыше у Кубани.
месте левого полусреднего. Замена, да? Кто-то вышел у Кубани, да. Юлия Горяева действует на позиции левого полусреднего. И 7-метровый штрафной бросок. Кто? Оксана Королева? Оксана не спеша подходит к 7-метровой отметке. Да, Вика Винскайте один из двух 7-метровых не забила. И посмотрите, эта коллекция нереализованных 7-метровых бросков пополняется и пополняется. Из 6-1 на две команды реализация Савинова. Яна Савинова на подборе заступила, соответственно, мяч перешел к Звезде. Мы с вами уже на финальном отрезке первого тайма. 10-6. Кубань сохраняет довольно увесистое по сегодняшней пока малорезультативной игре преимущество. Никитин восстанавливает Зеленскайте. Никитин в розыгрыше. Вот она бросает, падает Курбанова. И вновь Калинина. Именно Вика сейчас отразила этот бросок, который после ее касания мяча отлетел в штангу. Но 7-метровый. Да, только ценой нарушения Анастасия Листопад смогла остановить Ирину Антонову. А теперь Ярослава Фролова, пока самый результативный игрок во встрече, выйдет на 7 метров против Маргариты Кушнырь. Вратаря тоже, может быть, отдельно стоит представить. Реализует Фролова этот пенальти. Да, чуть-чуть раскачав через паузу вратаря. Маргарита Кушнырь вместе с Ярославой Фроловой. Они перешли из «Динамо» Волгоградского в Кубань в этом сезоне. Но потом Маргарита была отдана в аренду «Звезде». И вот сейчас, насколько нам известно, руководители подмосковной команды пытаются договориться с руководством Кубани для того, чтобы или Кушнырь перешла и уже не на правах аренды в «Звезду», или оставить еще на сезон в аренде. Но я думаю, что все-таки Кубань Кушнырь заберет себе. Винюкова, молодец. Здорово в прорезочку-то сейчас, как она прошла. И острый угол, тем не менее, забивает. Смотрите, между первым и вторым еще небольшой такой толчок от Валентины Гончаровой ее не смутил. И на опережение. Да, и на опережение бросил. Юлия Горяева, Юлия Наливко и Антонина Скоробогатченко доводит в итоге до края. И как безупречно, в который уже раз действует Яна Ускова. 4 из 4, по-моему, у нее в первом тайме реализация. На излете прыжка и в дальний верхний угол. Классное исполнение. Отлично проходит от Никитиной. Вот так вымучили эту связку. Центральный и линейный в составе «Звезды». Наталья Курбанова очень активно, здорово она сейчас освободилась, ушла за спину Виктории Жилинскайте, получила мяч. Очень хороший, качественный гол забивает Курбанов. Ну, явная ошибка центрального защитника, конечно, Кубани. Яна Савинова просочиться сквозь центр обороны «Звезды» ей не удается. Но легко показала Скоробогатченко, чтобы та шла ей за спину. Но сама Юля очень здорово сработала. 7 метров. Вновь показывают арбитры, что было приземление. Юля с этим не согласна. Требует засчитать гол, но нет, давайте смотреть. А вот пробежечки там не было, Артем, как? Да, там напрыжка была, засеменила. Ну, как бы там не было, 7 метров. Мяч не засчитан из-за того, что приземлилась на Левко. И двух. Ага, и вот за эту апелляцию к арбитрам на Левко заработала двухминутное удаление. Трефилов опять наседает на Виктора Паладенко. И сейчас Евгений Васильевич заработает, я думаю, что двухминутное удаление. Желтая была у него уже, да, так и есть. Так, Трефилов не успокаивается. Может доработаться сегодня и до красной карточки. Так, ну что, подерутся? Нет? Не, нормально. Все на словах. Друг другу там говорят что-то нелицеприятное.
Так угрожает Трифилов Паладенко, по-моему, вот это движение рукой. Мне нравится, Сергей Ильич, мама может микс-файт покомментировать. Нет, вообще с ничего, просто с ничего, какой-то конфликт, непонятно, чему так возмущать, чем так возмущен Евгений Трифилов, какую правду он хочет найти на судейском столе. Последние минуты первого тайма, Дарина Шулега, третий из вратарей «Звезды», заявленных сегодня, на 7 метров против Фроловой. И еще одна неудача, штанга. Вот это да. Только 3, по-моему, забитых пенальти из 9 в первом тайме. А Марьяна Егорова, такое ощущение, что человек вообще без нервов. Опять пауза, опять показ. И опять над головой у Виктории Калининой. И на сей раз еще с неудобной правой ноги пришлось толкаться. Смотрите. И Вика тоже движение. Да, и Вика все делала правильно, вышла на руку. Вот это та самая пауза, которая очень... эффективно и эффектно и в театре, и в спорте. Виктория Калинина при 2 удалениях синхронных у своей команды готова была помочь в розыгрыше. 10 секунд до конца, буквально уход в край от Виктории Дивак. И Наталья Винюкова очень легко ведется на этот финт и зарабатывает 2-минутное удаление. У нее, как и у Дарьи Одрузовой, по 4 минуты штрафа за первый тайм. Но Наташа опытный игрок. Туда нужно было запускать праворукая гандболистка. Запуская ее, она бьет удобный угол, пускай она еще попробует забить. Евгений Трифилов. Вот за сколько секунд до конца первого тайма он взял тайм-аут, непонятно. Секундомер, на который на арене остановился на отметке 29-58. Трифилов как-то не очень ловко положил табличку с тайм-аутом на судейский стол и все равно нашел после этого повод для претензий. Дальше на вас выйдут, вы не той рот, не хватит. Вот, князь, сломанись, брат, покажешь, а ты сюда сбросишь, понятно? Да, человек набегает, а сюда сбросишь, а ты сразу можешь. Давай. Ну что можно сделать за 2 секунды? А нет, отмотали, за 4 секунды. За 4 секунды можно сделать многое. Но я думаю, что они сейчас покажут ложную атаку. Не будет отдан мяч тому игроку, который откроется под передачу. Я думаю, что что-то сделают скрытно и бросят, проатакуют неожиданно. Постараются, по крайней мере, проатаковать неожиданно для обороны «Звезды». Хотя вчетвером, Кубань, да, я не знаю, что здесь можно придумать. Нет. Так, что? Что-то Евгений Васильевич объяснял девочкам. А что там? Ну, с такой доброска... дистанции бесполезно, сложно, да. Сложно. До броска дело можно довести. Так, что-то бушует у нас по-прежнему. 12-9. Преимущество краснодарской Кубани по первому тайму. Да, метров с 12 пришлось заряжать с опоры Ярославию Фроловой. У нее приличный бросок, но не до такой степени, чтобы смутить вратаря «Звезды» в подобной ситуации. 12-9. Кубань как начала вести в счете по ходу самых первых минут этого полуфинального матча, так и имеет превосходство, но это превосходство съежилось до 3 мячей. Был момент, мы помним, и плюс 5 имела краснодарская команда. Ну и посмотрите, какая череда удалений, сколько нереализованных 7-метровых бросков, какой внутренний нерв. Ну и Евгений Трифилов дровишек в котел этого противостояния подбрасывает. Вот это его, я не знаю, осада судейского стола, на котором сегодня Виктор Паладенко, на котором сегодня Юрий Таранухин, совершенно ни к чему хорошему, конечно, для команды привести не может. Удаление Евгения Трифилова, которое переносится вместе с удалением Юлии Наливко на второй тайм. Сейвы, пожалуйста, у Виктории Калининой. 47% это потрясающе высокий показатель, в том числе то ли 2, то ли 3 собранных сибиряка. Ну и такой собирательный процент вратарей «Звезды» равняется 35. Тоже, в общем, неплохие цифры. Ну и самые результативные. На перерыв ушла Ярослава Фролова. У нее, правда, не 5, а 4. Заброшено. Нет, все правильно. Да, прошу прощения. Правильно, у Фроловой 5, у Усковой 4 заброшенных мяча. Что касается «Звезды», то Марьяна Егорова 3 из 4 своих броска реализовала. Некоторые моменты первого тайма мы с вами наблюдаем.
порой очень красивые технические элементы мы видели в исполнении крайних игроков. Вот сейчас бросок Анны Шукаловой, красивейшие мячи забивала Яна Ускова, ну и отрывы Марианны Егоровой тоже были неплохие. Видели мы неоднократно спасение вратарей, в том числе и 7-метровой отметки. Вот, честно говоря, даже счет уже потерял количество незабитых пенальти за первый тайм. Это Марианна Егорова, да. Она, как еще одна представительница «Звезды», Мария Дудина, увы, сегодня из-за травмы, которая помочь своей команде не может, вызвана в национальную сборную России, которая уже начала подготовку к матчам плей-офф за выход на чемпионат мира против команды Польши. Напомню, что 9 и 15 июня матчи против Польши будут сыграны в Астрахани, а затем в Кошелине на площадке соперниц. У нас небольшая пауза, и вернемся к этому первому полуфинальному матчу ВКонтакте Кубка России по гандболу. Остаемся в Ростовском дворце спорта и снова окунаемся в подтрибунье. Там Александр Боровков, и у него, конечно же, всегда найдется достойный собеседник. Саша, пожалуйста. Спасибо, Артем. Собеседник более чем достойный. Марина Судакова. И только что Марине подарили цветы, она их спрятала, но я думаю, что надо вернуть. Вот. Марина сегодня на скамейке запасных наблюдает за игрой с трибуны. Но это самый интересный вопрос. Вчера ты разминалась, тренировалась, готовилась вместе с командой, сегодня ты не на поле. Почему? Евгений Васильевич бережет твои силы к финалу или какая-то другая причина? Не знаю. Может быть, надеюсь, что это так. Вот. Сегодня я не попала в состав. Чуть-чуть не дотянула до уровня, наверное, не знаю. Девчонкам помогла на тренировках вчера, сегодня, поэтому девчонки молодцы, хорошо справляются, ведут. Молодцы, чё? Ну, это очень такая интересная история, когда олимпийская чемпионка чуть-чуть не дотягивает до уровня Кубани. Но, тем не менее, девчонки ведут, да? А внутри команды какой настрой, какой заряд на этот финал четырех? Кубань рассчитывает кубок выиграть? Конечно, мне кажется, каждый рассчитывает выиграть кубок, вот. Поэтому, да, мы тоже приехали за победой, могу так сказать. Поэтому будем бороться, отдавать все свои силы. Цветы не случайные. Это не секрет, что Марина Судакова возвращается в Ростов-Дон. В общем-то, можно сказать, наверное, родная команда. И тем не менее, Кубань в этом году впервые за 17 лет выигрывает медали. Вот этот сезон, его завершение, предстоящий сезон в Ростове-на-Дону. Какие эмоции по этому поводу? Ну, я очень рада, что в этом клубе в Кубани смогла помочь чем-то и завоевать эти медали. Я очень благодарна девчонкам, которые со мной играли. Вот. А на следующий год, да, я рада, что я возвращаюсь. И все будет в следующем году, и все слова и эмоции я скажу, наверное, как приду в новую команду. Спасибо большое. Это была Марина Судакова. Надеемся, завтра увидим Марину на площадке. Пожелаем удачи Кубани, Ростов-Дону, Звезде, Астраханочке, в общем, всем командам, которые принимают участие в финале четырех Кубка России ВКонтакте, в финале четырех Кубка России по гандболу. Спасибо. Коллеги.
Увлекательное событие, непредсказуемая вывеска, масса удалений и россыпь нереализованных 7-метровых бросков. Все это уже уместилось в первом тайме первого полуфинального матча ВКонтакте Кубок России по гандболу. Краснодарская «Кубань» и подмосковная «Звезда» встречаются на площадке Ростовского дворца спорта. И дальше будет только интереснее. Евгений Трефилов, уже расчехлив свое вербальное оружие, наехал, попросту говоря, на судейский стол, получил свои законные 2 минуты, но вряд ли дуаен нашего тренерского цеха будет на этом успокаиваться. 12-9 выигрывает его команда, а Сергей Приголовкин и Артем Шмельков продолжают для вас с места событий, с Донских берегов. Знаешь, одна из главных интриг второго тайма, заработает ли в итоге Евгений Васильевич Трефилов красную карточку. Предупреждение было, 2 минуты он получил. Следующее наказание – красная карточка. И красная карточка в данном случае приведет к тому, если это состоится, что Евгений Трефилов пропустит следующий матч. Это будет игра или за третье место, или финал Кубка России. Но завелся наставник сборной страны и краснодарской Кубани. Хотя мы, наверное, уже можно сказать, что привыкли видеть его вот именно в таких эмоциях, столь агрессивно настроенного и против инспекторов, и против арбитров. А давайте-ка напомним, ожидая возобновления игры, что мы с вами находимся внутри 12-го розыгрыша Кубка России по гандболу. 6 титулов имеет в своем активе Ростов-Дон, 4 – Звенигородская «Звезда». Кубань ни разу не владела кубком и только однажды играла в финальном поединке. Именно под вывеской «Звезда Звенигород Кубань-Краснодар» был разыгран трофей в сезоне 2013-2014. А если брать 2 последних розыгрыша, то в 2015 году здесь же, в Ростовском дворце спорта, «Звезда» стала третьей, а в прошлом сезоне в Астрахани, когда проводился финал 4 Кубка России, «Кубань» стала третьей в розыгрыше кубка. Кубок России проводится после окончания чемпионата страны. Ну, это когда как? Это сейчас? В этом я имею в виду, конечно. Я и говорю сейчас про нынешний год. Хотя сегодня было совещание представителей команд Суперлиги. Не все, правда, смогли приехать, но 6 клубов присутствовали на этом представительном собрании. Так вот, все единогласно приняли решение, что вот такой формат проведения финала 4 Кубка страны после окончания сезона, наверное, он приемлем, наверное, он интересен. И в будущем сезоне все это пройдет по такому же временному графику. Так вот, чемпионат страны завершился совсем недавно. Победу в национальном чемпионате одержали ростовчанки.
Тольяттинская «Лада», которая не пробилась в финал четырех кубков страны, завоевала серебряные три медали. Ну и краснодарская «Кубань» на третьем месте. А «Звезда» стала четвертой. Все, свисток арбитров прозвучал. Второй тайм. И «Кубань» в атаке. «Кубань» имеет лишь четыре полевых игрока в этой атаке. Это все такое наследство из первого тайма. Сразу двух игроков на площадке не смущает Ярославу Фролову. Она забивает вновь и вновь. Она была лучшим бомбардиром первого тайма и забивает первый мяч своей команды во втором. Ну а «Звезда» тоже в неполном составе. Действует сейчас пять полевых игроков на площадке. У «Звезды» тоже удаление. Но через минуту практически «Звезда» будет играть. Шесть полевых игроков. А вот «Кубань» в полном составе. Слушайте, ну это какое-то наваждение просто семиметровых бросков. Нереализация продолжается. Это уже девятый пенальти на две команды. И по-прежнему только по одному броску сумели реализовать и гандболистки «Звезды», и гандболистки «Кубани». Очередной сейф семиметровой дуэли от Виктории Калининой. Она Викторию Климанцеву на сей раз переиграла. Атака в большинстве для краснодарской «Кубани» и Яны Ускова. Пожалуй, первый раз в сегодняшнем матче не смогла вот так вот отличиться со своего привычного правого края. Но здорово сыграла Тиханова. Потеряла «Звезда» мяч. Тут же контратака «Кубани». Екатерина Фанина добивается успеха. И очередное удаление в сегодняшнем матче. Наталья Курбанова откровенно бил. Наталья, видите, как махнула, рубанула. Фанина доработала эпизод, бросила точно и усадила Курбанову на скамью. Да, и махнула, рубанула, еще и мяч хотела выхватить. Это чревато серьезной травмой. Посмотри, куда Кубань выдвинулась на 9 метров, далеко вперед. Королева, Виктория Жильничкайте в центре, Гончарова, Ирина Антонова на полусредних защищается, Фанина Ускова на флангах. Стопад пытается обыгрывать, но здесь опытнейшие Жильничкайте и Королева не 7 метров расступаются, а Наталья Винникова в результате этого выхода на 6 метров вынуждает судей вновь свистеть. 7 метров. Справедливо. Защита площади ворот. Яна Ускова шла на подстраховку. Заступила во вратарскую зону. 7 метров. Листопад против Калининой. Ну вот, сильные броски Вика с 7-метровой отметки сегодня поотбивала практически вся. Здесь сейчас чуть-чуть поинтересней. Да, опять небольшая пауза. И по восходящей траектории и гол. Карабогатченко попыталась сама прорваться в район 6 метров, ее остановили. Виктория Климанцева, да, подстраховала, уйдя с позиции крайнего защитника. «Звезда» по-прежнему в меньшинстве. Фролова, диагональный пас с отскоком от пола, но невылавливаемый для Яны Усковой. 14-10, счет прежний. Мы видели в первом тайме, как прихватывает «Кубань» игроков «Звезды» во время быстрого перехода. Сейчас то же самое сделали, вдвоем остались на чужой половине поля и не дали разыграть быстрый мяч. И успели вернуться в оборону. Алена Амельченко на позиции линейной у «Звезды». После Натальи Курбановой и Анастасии Ларионовой это третий уже выбор линейного игрока. Алена, к сожалению, в последние годы очень много намучилась от травмы. И весь нынешний сезон у нее было такое постепенное возвращение в игру. Пронос мяча показывает хороший Константин жест Ершов. Да. Все наглядно и для зрителей, и для комментаторов. Вторая подряд потеря мяча у «Звезды» и плюс еще удаление. Алена Амельченко. Примерно такое же хулиганское удаление Амельченко, как было совсем недавно в отношении Курбановой. «Звезда» сама себя мучает. Ей нужно нагонять, а она не вылезает из этой игры в меньшинстве. Знаешь, это удаление, на мой взгляд, такого психологического характера. Не поймала мяч, хотя, может быть, вот она, передача неудобная, но могла бы, наверное, дотянуться. И вот, пытаясь сразу быстро исправить, нарушает правила. Снова диагональный пас, минуя полусреднего, на Яну Ускову. Серафима Тиханова здесь, кажется, так немножко поиграла психологически с бросающим.
вроде бы вышла и задвинулась обратно в ворот. И не только поиграла, но и, видимо, в перерыве подумала, проанализировала. Эти два броски, да, броски Яны в первом тайме. И вот два раза подряд смогла с этими бросками справиться. Снова 6 полевых игроков с пустыми воротами у «Звезды». Анастасия Алексеева показывает комбинацию. Винникова, листопад на полусредних. Сейчас Алексеева, по идее, должна будет уйти. Вновь линия не ловит мяч. Штанга. Красиво. И тут, смотрите, еще и за подбор нужно побороться. Фанину толчок в спину. Побороться-то нужно, но ни те, ни другие не побежали. Видимо, думали, что вот смотрите, мяч влетит в сетку. Вот все останавливаются. Мяч ударяется в штангу, и там целая орава побежала к этому мячу. То есть вы считаете, что нужно было изначально предположить, что мяч в штангу попадет? Кто-то должен возвращаться. Кто-то должен вернуться. Так же, как бросается, когда 7-метровый, там на подборе это должен работать. Это примерно то же самое. Шукалова на подборе работает. И какой качественный, размашистый бросок Анны Шукаловой по дальнюю штангу. 14-11. Те же три мяча преимущества Кубани, что были по первому тайму. Так, а теперь есть претензии у Виктора Паладенко в адрес кого? Марианны Егоровой, да. Что, неправильная замена? Что мы можем здесь предположить? Сейчас разберемся. Смотрел на монитор. Боюсь, что уже не разберемся. Игрок может в такой ситуации быть удален на 2 минуты, на мой взгляд, в двух моментах. Или неправильная замена. Или за разговоры с арбитрами или с инспектором. Но не возмущается скамейка запасных Звенигородской «Звезды». Наоборот, Алексей Гумянов что-то высказывает, выговаривает Марианне Егоровой. Считали, видимо, игроков. Действительно, просто ошиблись, выпустив лишнего игрока на 2. Сразу сейчас игрока меньше при обороне у «Звезды». И легкий розыгрыш этого удвоенного большинства для Яны Савиновой. Еще 1.5 минуты. Теперь уже с одним игроком. На одного игрока меньше имея. Играет «Звезда». И, кстати, теперь, мне кажется, уже немножко поплыл Алексей Николаевич Гумянов. Он вполне может сейчас 6-го полевого вместо вратаря выпустить. Он не делает этого, придерживая за руку и Тиханову, и Алексееву. Да, Алексеева. Тиханова ушла, Алексеева рванулась, а Гумянов ее притормозил. И вот сейчас атака действительно вот в таком настоящем меньшинстве. Хорошо, как распределились на бросок. Закарян, ее игрок, левый крайний, рванулся в центр. Как можно здесь действовать? Или ты кричишь вход крайнего и передаешь по цепочке этого игрока. Но в данном случае Закарян бросилась за левым краем Звенигородской «Звезды» и нарушила при этом правила. Да, не только пропущенный мяч в большинстве, но и удаление. Вновь неполные, но равные на сей момент составы. Налевко Ускова. И очень цепко работает Климанцева. Виктория Климанцева. Нам ее крупным планом показывают. Налевко в центре задней линии своей команды. 5-5. Играют команды. Вика Калинина прибежала сюда поддержать атаку. Да, меняет в середине атаки. Редко, мне кажется, такое можно увидеть разыгрывающего своего Евгений Трефилов. А атака следует через Антонину Скоробогатченко. Которую игроки «Звезды» просто-напросто потеряли. А вот теперь уже «Звезда» в большинстве. Алексеева, Винюкова, Одрузова сзади. В линии по-прежнему Амельченко. Напомним, что сразу двух левшей своих сегодня лишена «Звезда». Из-за травм Мария Дудина и Арина Закордонская не могут играть. И вновь не ловит мяч Алена Амельченко. Ну, опять можно говорить, да, немножко неудобная передача. Но линейный тот игрок, который должен вылавливать, должен. Слово «должен» здесь ключевое. Должен. Но не всегда получается. Сколько мы уже раз видим во втором тайме? Третий раз не смогла Алена дать. Не только Алена, и Курбанова это тоже касается.
Так, ну а здесь можно на 2 минуты нарваться. А, да, а вот и первая красная карточка в сегодняшнем матче. Вот эта бесконечная череда удалений. Звезде не позволяет устроить полноценную погоню. И лишается своего основного левого полусреднего и, так на всякий случай, центрального защитника. Подмосковная команда Наталья Винюкова. Добрый вечер. Для нее гандбол закончился уже на 39-й минутке матча. Так, бушует. И Гумянов, бушует Гумянов сейчас. Желтая карточка тренеру Звенигородской звезды. Но мне кажется, не прав сейчас Алексей Гумянов. Там было нарушение правил. Винникову обыграли. Она сзади уже пыталась держать, находясь сзади, пыталась держать соперницу. Молодец сейчас Арина Закордонская, поднялась со своего места за скамейкой команды и пошла туда, за ворота, куда присела удаленная Наталья Винюк играть. И посмотри, у Арины Закордонской, что с плечом, с левой рукой, специальное поддерживающее устройство, повязка. Мы говорили в первом тайме, что обострилась у нее травма плеча, левой руки. Рука бросковая. Кубань в полном составе. Звезда в меньшинстве. Гончарова занимает место в линии. Одрузова хорошо помогла с Гончаровой, с линейной соперниц. Но Кубань продолжает атаковать. Фролова, Желинскайте, уже подняты руки арбитров и... Неточный пас. Ох, а как отлично вырезает сейчас Климанцева. И, наконец, дожидается вот этого спасения Виктория Калинина. Умно, умно играет. И, как говорил уже сегодня Евгений Трифонов, Сергей Приголовкин. Он тоже говорил. Проанализировала Виктория Калинина действия соперницы. Конкретной соперницы. Наверное, можно сказать, что сейчас и Ника на паузе сыграла. И вот Яна Ускова, два броска ее отразила, Тиханова. А сейчас совершенно в другой манере. Мы видели перебросы, да, в ближний. А сейчас она по карману, по-моему. Ну, даже нет, даже она тоже пауза. До конца держала руку и потом резко вниз движение. Хороший гол. Алексеева. Листопад. Вяжет ее Королева. Заканчивается время удаления у звезды. Но сейчас 6 полевых игроков на вратаря. Одрузова издалека начинает метров с 13 из 14 атаку своей команды. Алексей Гумянов. Что теперь обсуждается с судейским столом? Опять неправильная замена, насколько я понимаю. Сейчас посмотрим. Да, неправильная замена. Ну, видимо, смотри, это вот 2 минуты. И спорят. Гумянов продолжает спорить с Паладенко. Ну, там не лишний игрок на площадке. Поэтому 2-минутное ударение. Да, и мяч отбирается у звезды. Просто не вылезает звезда из игры в меньшинстве. Так, какая-то дополнительная кара, еще какое-то наказание для звезды, помимо этого 2-минутного удаления. И Амельченко. Значит, давай, я так думаю, не истекло, там же было удаление. Видимо, время не истекло, игрок... Я спорить не буду, мне показалось, что выдержали. Выдержали они. Ну вот, видимо, вот там эти доли, может быть, какие-то, или буквально 1-2 секунды, они и привели к тому, что мы сейчас видим. Продолжаются споры. Так, а там интересно, посмотри, Трифилов ушел на дальний край скамейки запасных, а с инспекторами сейчас беседует Александр Рева, второй тренер команды. Трифилов понимает, что сейчас еще разочек наедет и красную карточку перед собой увидит. Вот он спокойно. Я так и не пойму, что требует краснодарская сторона в данном случае. Вроде бы краснодарскую сторону удовлетворили в полном объеме. Два удаления и четыре игрока полевых только остается.
Дивак, Фролова и Скоробогаченко. Должны, конечно, очень четко реализовывать это преимущество в два игрока. Все берет на себя Фролова. Тут никакого розыгрыша, собственно, и не было. Все опять за счет индивидуальных усилий. Это называется загнать себя в сложнейшую ситуацию и все-таки добиться желаемого. И Кубань тем временем вот через эти бесконечные удаления у «Звезды» уже до 6 мячей свое преимущество доводит. Одрузова. Листопад, Одрузова, Шукалова и Егорова. Вот такая четверка у «Звезды» пытается вымучить хоть какой бросок. Подняты уже руки арбитров. Одна передача, наверное, уже прошла. На это предупреждение о пассиве вторая передача. Ну вот только сейчас остановлено время матча. Немножко подвинули Ордузову арбитры. Из 9 метров, а где-то с 9,5 разыграли. Игроки «Звезды» свободны. Ну и вот нужно, наверное, бросать уже сейчас. Да, бросок. Но в ближнем углу Дика Калинина. Мяч летит не сильно. И контратака Кубани. Ай, молодец, Тиханова. Серафима Тиханова выручает свою команду быстро. До края довели до Яны Савиновой. Она так все правильно сделала с точки зрения подхода к этому броску. Но перебросить Тиханову не смогла. Та у себя над головой мяч выловила. 10 секунд до выхода двух удаленных полевых игроков у «Звезды». Я думаю, что сейчас подмосковные гонболистки поддержат мяч. И будут играть в полном составе. Да, Курбанова и Никитина. В полном составе «Звезда». А вот и удаление с противоположной стороны Валентина Гончарова. Слушайте, по-моему, не было вообще ни секундочки времени. Ну, я, конечно, утрирую, но практически постоянно удаление. То у одной, то у другой команды. Огромное количество штрафов. А я наблюдаю за Евгением Трефиловым. Вот ты сказал, что не было ни минуты, ни полутора без удалений. Евгений Васильевич по-прежнему у дальнего края скамейки. Подальше он отошел от судейского столика. Ну и сейчас лишь только эмоции были на его лице. Саркастически он улыбался после удаления Гончаровой. Но отвернулся при этом от арбитров. Валентина Вернигорова впервые, по-моему, в матче готовится войти. Пока нет ее, правда, на площадке. Наверное, обороняться сперва пойдет. А пока Виктория Дивак, Ярослава Фролова и Антонина Скоробогаченко. Все сплошь воспитанницы волгоградского гандбола в задней линии у краснодарской команды. Бросок Дивак, бросок поверх блока, но только лишь в перекладину мяч приходит. И еще одна возможность у «Звезды» проатаковать в большинстве. Одрузова. Классно играет, надежно играет Виктория Калинина. Подбор за Шукаловой, правда. У «Звезды». Ну и Шукалова. Слушайте, какие качественные броски, а? У Анны Шукаловой. А это воспитанница московского гандбола. В свое время по молодежной сборной была в команде у Левона Акопяна. Она 93-го выступала за 92-й год, соответственно. А сейчас Евгений Трефилов на 15-й минуте второго тайма берет тайм-аут. У Кубани довольно комфортное превосходство в 5 мячей. Играй! Еще 15 минут! Давай! На победу! Так опрокинули Наталью Курбанову. Да, бьется сегодня опытнейший игрок прекрасно. Интересный тайм-аут у Кубани. Мы наблюдали. Евгений Васильевич сказал девочке, ну давайте о своем там поговорите, да, и отошел в сторону. Очень, очень интересно. По-моему, ни слова не сказал. Ну, для Трефилова это, на мой взгляд, необычно. Ну что, девочки друг друга подбодрили. 15 минут посражаться им
еще надо на должном уровне. И запас прочности, такая подушка безопасности у Кубани неплохая. 5 мячей, правда, сейчас еще в меньшинстве по-прежнему действует краснодарская команда. Это проход Антонины Скоробогатченко и бросок в дальний угол точный. Мяч забросила Антонина Скоробогатченко, номер 93. Обыграла Марианну Егорову Антонина Скоробогатченко. Сделала это блестяще просто. А там еще и Вика Калинина подтаскивает. Да нет, не то, что подтаскивает. Тащит сегодня просто Вика Калинина. Очень хорошую игру проводит. Голкипер сборной России, олимпийская чемпионка. Ну и, естественно, краснодарская Кубани. И вот Валентина Вернигорова на площадке. Тема, и она выходит играть в нападении на позиции левой полусредней. Это еще один игрок из целой когорты шести, да, гандболисток Волгограда, которые по ходу сезона перешли в стан Кубани. Одной из них повезло меньше других. Юлия Голикова в самом начале своего тренировочного процесса в Кубани получила тяжелую травму. Ну и также помимо Валентины Вернигоровой выходит в заднюю линию Юлия Горяева, девичья фамилия ее Комарова, а замужем она за Алексеем Горяевым, гандболистом мужской гандбольной суперлиги, представляющим краснодарский «Скиф». Вернигорова, бросок, и там блок успевает на ее бросок без прыжка среагировать. На поднятых руках арбитров. Вернигорова вновь, Фролова, и достаточно. Да, лишняя передача. Молодец, Курбанова все видит, в отрыв на Марианну Егорову и под ногу Виктории Калининой Марианна Егорова вонзает этот мяч. Марианна Егорова. Гол номер 4 для левого края «Звезды». Евгений Трифилов тут же усаживает на скамейку запасных Валентину Вернигорову. Ну вот за что. Она бросала на поднятых руках. Угодила в блок. Мяч ушел на угловой. Остался у Кубани. Потом вот за эту лишнюю передачу, которую Валя сделала, в общем, чуть-чуть проатаковала и отправилась вновь в запас. А это Марианна Егорова, второй отрыв подряд. Но здесь она просто как открытую книгу прочитала эту передачу Горяевой. Но Юля, конечно, здесь напортачила по полной. И Марианна Егорова все в том же стиле, с легкой подкруткой над головой вратаря через паузу забивает свой мяч. Ну что, казалось бы, увядшая интрига вновь расцветает бурным цветом. Посмотрим. Пока же Валентина Гончарова делает счет 20-15 в пользу своей команды. Хорошо открылась под Викторию Жилинскайте и Гончаровой. И тайм-аут берет уже Алексей Гумянов. Да, первый тайм-аут Гумянова во втором тайме. Время еще есть подравняться по счету, но все равно погоня предстоит тяжелейшая для гандболисток «Звезды». Напомню, что Наталья Винюкова уже по ходу второго тайма из-за трех удалений подмосковный коллектив лишился. От защиты бежать так же. Быстрее пас только, понятно? Сейчас мы хотим Ну, если коротко, насколько я понял, Алексея Гумянова, он призывает своих игроков побыстрее двигаться, побыстрее гонять мяч и убегать в контратаку. И обратите внимание, смотрите, если мы отстояли в обороне, кто-то у нас уже там впереди, внимательнее смотрите и отдавайте туда передачу. Ну хорошо, был вырезан угол, но плохой бросок. Ну и хорошая игра вратаря. Так игра возобновилась после тайм-аута. Наталья Никитина появляется в подмосковной команде. Еще раз скажем, что это воспитанница ростовского гандбола, которая сейчас выступает в Подмосковье. Сложная передача с фланга на фланг от Марианны Егоровой, но не теряет мяч Шукалова. Сделать это было сложно. Сейчас так,
вытолкнула буквально не церемонясь соперницу с площадки Фанина. Ну, проблема «Звезды» по ходу нынешнего сезона — отсутствие все-таки мощных игроков, игроков, обладающих сильным броском, игроков задней линии. Ну, поэтому и Гумянову приходится что-то придумывать, выдумывать. И «Звезда», наверное, одна из самых, на мой взгляд, комбинационных команд. Но вот так вот пока гоняешь-гоняешь мяч и теряешь его. Гораздо легче. Мяч потеряли уже из-за перебора передач на поднятых руках. Ну, неважно, видишь, атаковать-то некому. Пытаются пролезть, туда поближе подойти. Не всегда это приносит успех, не всегда это эффективно. Ну, не хватает. Вывод один. Не хватает бьющих. Конечно, у Кубани Искра Богатченко и Виктория Жилинскайте и Ярослава Фролова посильнее. Бросковая мощь, бросковая подготовка, чем у «Звезды». Фролова вновь угрожает обыгрышем. Против Скоробогатченко обороняется Марианна Егорова. Высокий ее выход на 9 метрах. Тоню завязывает. Гончарова 9 метров. И снова Скоробогатченко выводит на бросок. Антонина Скоробогатченко. Ну вот как будто Тоня услышала наше рассуждение. Смотрите, скрест из 9 метров она толкается и сверху вниз. Туда. Мы напомним, что Антонина Скоробогатченко всего-навсего 18 лет. Она уже игрок национальной сборной. Она вице-чемпион мира среди молодежных команд. Сегодня пока далеко не самый яркий свой матч проводит. Третий мяч в исполнении краснодарской левши, воспитанницы волгоградской школы ручного мяча. Никитина, Алексеева. Никитина. Хороший обыгрыш, но там подстраховка работает за спину Оксане Королевой. Не позволяют Гончаровой и Жилинскайте пройти. Ну, Алексеева. Бросок под шаг. Над левой девяткой. Вот, Виктории Калинина. Мимо. Только-только вроде бы забрезжила надежда в погоне для «Звезды». Но вот целый ряд последних атак какой-то обреченностью отдают подопечных Алексея Гумяна. Ускова обыгрывает Яна Ускова. Бросок вратаря показывает Константин Ершов. Мне показалось, что мяч все-таки за боковую линию ушел. Он мне показал, что мяч покинул пределы площадки, уйдя за лицевую. Тебе-то виднее. Высоко сидишь, далеко глядишь. Ну, правда, тебе виднее. А Ершов, ну, может, штанга закрыла или вратарь. Питина. Алексеева. Вновь вынуждают уходить в неудобную позицию игроков задней линии. Тут, в общем-то, ни намека нет на опасность для вратаря. Ну и снова сейчас нарвется на предупреждение о пассиве «Звезда». Алексеева. И вот, смотрите, примерно та же зеркально только отображение. Позиция была для Алексеевой. Бросок Марианны Егоровой с выходящей. Но бросок, который, во-первых, нарвался на блок, во-вторых, уже стал легкой добычей для Виктории Калининой. И в-третьих, бросок сопротивления, там Оксана очень просто. Ярослава Фролова уже не в первый раз в сегодняшнем матче демонстрирует нам свой обыгрыш. И вроде бы вдвоем на нее переключились, да, и смотри, нырнула, толкнулась неудобно, и Курбанова в этот момент уже... Фроловой вытягивает на себе очень большой объем атакующей работы. И последний шанс, по сути дела, свой тренерский использует Алексей Гумянов. Берет заключительный тайм-аут в матче. 8.5 минут играть в этом полуфинальном матче. И 7 мячей отрыв Кубани. Четверку со входом крайнего игрока. Нет? Давай. Давай сейчас Маркова вместо Маркова. Варусь, ты сможешь ворваться? Нет, Клим выйдет сейчас, нападение. Егонова, посидим пока. Давай. Девочки, у нас все же. Оставшиеся, постарайтесь отстоять и убежать. Давай. Ну вот, Тёма, скажи мне в таких моментах, вот Горшенин, Черноиваненко, дружба народов, что называется, Ксюша Макеева, Яна Жилинская. На всякий случай, кроме
кроме Макеева, все остальные тольяттинские изначально. Изначально, да. Так вот, тайм-аут, да, скажи, мы видели сейчас лица игроков, лицо Гумянова. Вот все-таки они еще надеются за там 8 минут до конца матча отыграть 7 мячей? Вы меня провоцируете на что? Чтобы я сказал, нет, не надеются, но тогда они не спортсмены. Конечно, надеются и побиться должны. К этому и призвал, собственно, Алексей Гумянов в концовке. Отстоять и убежать. А пока нужно выстраивать игру в позиционной атаке. Анна Шукалова, сегодня забившая неоднократно очень качественно с позиции, на сей раз не находит ничего лучше бросить практически в голову, я так полагаю, Виктории Калининой. И та очень уверенно очередной сейв совершает. Счет остается прежним. Плюс 7 у краснодарской Кубани, которая теперь очень спокойно от счета имеет возможность играть в концовке матча. На всякий случай напомним, регламент Кубка таков, что не подразумевает дополнительного времени, не подразумевает овертаймов, а значит, в случае ничьей сразу будут пробиваться, если что, 7-метровые броски. Очень долго прокачивает мяч с одного фланга на другой Кубань. Опять-таки имеет на то полное право. В итоге бросок Скоробогаченко угодил в блок. Диана Закарьян занимает место на правом краю, где сегодня не заявлена Марина Судакова. Ух ты! Ну да, сегодня просто MVP матча, конечно, это Ярослава Фролова. С опоры зарядила. Так что реакции Дарины Шулеги не хватило. Посмотрите. Казалось бы, в статичном положении, по бедру защитнику и по слегка восходящей траектории. Да, перевод классный. В дальний угол правой рукой с места правого полусреднего. Действительно классный. Ну, MVP, я думаю, что можно было бы дать в составе Кубани и Виктории Калининой. Очень уверенная игра. Даже вот сейчас выгоднейшая позиция у Шукаловой. Мы отмечали бросок, несколько бросок удачных Шукаловой. Но на сей раз Вика вышла на руку по всем законам вратарского искусства и с мячом справилась. Появляются со скамейки Фролова и Скоробогаченко. От оборонительной работы они избавлены. Фролова, обратный пас на Жилинскайте, вход в линию и бросок Виктории Жилинскайте. Вот смотри, даже по второму тайму, сколько забросили игроки Кубани издалека, игроки задней линии, и сколько таких результативных бросков на счету звезды. Я думаю, что здесь все видно невооруженным глазом. То, что там летит у игроков в зелено-желтой форме. Ну а у звезды, повторюсь, что бросать-то особенно некому издалека. Продолжается атака городских гандболисток. Незавуалированный абсолютно выход на бросок Натальи Никитиной. Такая легкая напрыжка по ушам защитнику. Но все читаемо для Виктории Калининой. Валентина Гончарова сейчас, скажем, мягко интересно защищалась, закрыла глаза, отступала к 6 метрам. На мой взгляд, ей просто повезло, что не получился бросок у игрока звезды. А здесь вновь издалека, метров, наверное, 7,5. И Дивак смогла отличиться просто. Наведение с 9 толкается. Блока нет, выхода тоже нет. И 25-15. Преимущество Кубани достигло 10 мячей. Да, между прочим, счет был относительно недавно еще 20-15. И казалось, что может получиться концовка. Но она превращается в настоящий разгром. В исполнении краснодарской Кубани долгий, очень долгий по сегодняшнему-то такому грубому, откровенно говоря, с обеих сторон матчу. Команды играли в полных составах. И здесь Диана Закарьян получает второе удаление в сегодняшнем матче. Бедром пыталась остановить, встать на пути Виктории Климанцевой. Валентина Вернигорова вернул ее все-таки Евгений Трифилов на площадку. Валя сейчас в розыгрыше действует. Дивак, Вернигорова, Горяева и Юлия Наливко в качестве игрока правого края.
заткнула сейчас калитку на Левко своему партнеру, да и при этом пробежала по вратарской зоне. Мяч отобран. Анастасия Алексеева, Удрузова по ходу этой атаки в большинстве поменялась на Никитину. Бросок сложнейший. Показывает Антон Павлюков, что после приземления атаковала разыгрывающая Звенигорода. Смотри, сегодня нам арбитры показывают, что они следят внимательно за приземлениями игроков. Да, действительно, ну, наступило сначала. Рафлекс только затем выпустила мяч из руки. И очередная неудача. Виктория Самарская в воротах, видимо, на последние минуты матча у Краснодара. А Листопад вот подобным образом она бросала. Калинина забила. Здесь этого сделать не удалось, перекладин. На двоих штук 10 7-метровых не реализовали. Около того, да? 7, 8, 9. Ну, Евгений Трифилов, 3 минуты, даже уже чуть меньше до окончания матча, профилактический тайм-аут, но у многоопытного наставника всегда есть что сказать. Тёма, ну вот работа инспекторов, напоминаем, Юрий Таранухин, Виктор Паладенко, посмотри. Тише воды ниже травы. Евгений Васильевич ведет себя во втором тайме. Тайм-аут. Все стоит, начните двигаться. А ты же стоит! А себя обижал! Правду России не спасаем! Погоняли мяч, потом атака! Поняли? Группа поддержки в Ростове какая трудолюбивая. Буквально-таки через паузу судим приходится выгонять Баршиню с площадки. Игра возобновляется, она близка к завершению. Увы, интриги заключительные минуты этого полуфинального матча не несут. И мы уже знаем, что краснодарская Кубань, которая в нынешнем сезоне спустя 17 лет завоевала медали чемпионата России, став бронзовым призером, будет оспаривать Кубок России. ВКонтакте финал четырех Кубка России. Идет решающий матч краснодарскую Кубань, а «Звезда» будет вынуждена утешаться в игре за бронзу. Тут еще и грубость в исполнении Амельченко. Анастасии Амельченко против Виктории Дивак. Снова десятку преимущества Кубань имеет. Мяч забросила Виктория Дивак. Номер 20. На трибунах уже начинается приготовление к второму полуфинальному матчу. Болельщики Ростов-Дона свои полотнища, знамена подносят. Второй полуфинал, напомним, Ростов-Дон, Астраханочка. Вывеска прошлогоднего финала чемпионата России. Ну и, конечно же, колоссальным образом изменившаяся Астраханочка отнюдь не ровня той, что сотворила сенсацию финала чемпионата России сезона прошлого. Егорова не смогла забросить с угла. Здесь в игрока показывают арбитры. Ну и хочется отметить организаторов нынешнего финала четырех. Впрочем, так же, как и всех других матчей, которые мы наблюдаем в Ростове-на-Дону. После второго полуфинала состоится здесь, во Дворце спорта, турнир болельщиков. Приехали поклонники Кубани, приехали ребята из Астрахани и две команды ростовских фанов будут принимать участие в этом турнире. Все да, так же, как формат финала четырех. Ну, конечно, коротенькие таймы. 2 по 10 будет сыграно. За 2 часа разойдутся и определят победителя. Но вообще, само по себе, конечно, задумка интересная. И будет хороший такой болельческий венец сегодняшнего первого игрового дня в рамках финала четырех. Ох, как просачивается Виктория Дивак. У нее там пытается по ходу Наталья Никитина смахнуть мяч. Но это заканчивается только очередным семеряком. Повторчик, да, смотрите. Так. Так. Ага, вот он момент-то спорный. Это рассуждение. Так, здесь тоже была сдвинута нога. Или мне показалось, не знаю, мяч защита. Но вот там. Не выхватывали, не вырывали мяч. Была поставлена ладонь. И
рука с мячом наткнулась на эту выставленную ладонь. То есть мяч смахнули с руки, но арбитры посчитали, что 7 метров. Хотя пару раз в этом сезоне в играх европейских кубковых турнирах я видел, что примерно за такие же нарушения 7-метровые не назначались. Звучит сирена. Завершился первый полуфинал финала 4 Кубка России по гандболу среди женщин. Итоговый счет. Кубань-Краснодар. Звезда Звенигород 27-17. Ну, с большим преимуществом. Бронзовые призеры чемпионата страны обыграли команду, которая была четвертой. Команду, с которой совсем недавно краснодарки сражались в матче за третье место национального чемпионата. Я думаю, что сейчас по традиции, уже по доброй традиции в Ростовском дворце спорта, наверное, будут определены лучшие игроки. Да, так и есть. И давайте с интересом посмотрим, кто же будет признан лучшим. По одному игроку в составе «Звезды» и «Кубани». Итак, в составе гандбольного клуба «Звезда» лучшим игроком становится номер 11, Марианна Егорова. Марианна Егорова, да, левый крайний «Звезды», молодежной сборной страны. Образца прошлого года, Марианна серебряный призер чемпионата мира. Сейчас она включена в состав сборной России, правда, в резерв, насколько мне известно. Но, может быть, после вот сегодняшнего матча Евгений Васильевич внесет какие-то изменения и вызовет на сбор национальной команды, который уже 25-го, то бишь сегодня, начинается в Новогорске. Ну, а лучшим игроком в составе Кубани Краснодарской была признана Ярослава Фролова, которую несколько раз по ходу матча мы с коллегой Артемом Шмельковым отмечали. Вот на телеэкранах вы видите самых результативных, ну и, наверное, не случайно Ярослава Фролова признана лучшей, в ее активе 9 заброшенных мячей, хотя не всегда так бывает, на мой взгляд, что лучший бомбардир матча или какого-то турнира был лучшим. Очень часто, к сожалению, мы не замечаем игроков, которые отпахивают по полной программе в защите, работают в нападении и в позиционной атаке, ну и, наверное, в быстрых контратаках под своих партнеров, делают для них стяжки, отдают голевые передачи и так далее, и тому подобное. Ну и вот саммари интересных моментов сегодняшнего матча. Вот это Марианна Егорова, которая была признана лучшей в составе «Звезды», убегает в отрыв и расправляется с Викторией Калининой. И еще раз в первом тайме ловит Марианна мяч одной рукой и четко реализует свою попытку. Вот эта борьба Валентина Гончарова, линейный игрок, конечно, очень тяжел хлеб линейного, все время в такой борьбе приходится действовать. Ярослава Фролова на опрыск, уход под сильную руку и хлесткий бросок в дальний от вратаря «Звезды» Тихановой угол ворот. А это Екатерина Фанина. И там, по-моему, за это нарушение последовало 2-минутное удаление. Ну, а здесь мяч попадает в штангу. После броска по пустым воротам. Это прорезка Натальи Винниковой, которая заработала 3 2-минутных удаления. Ну и в итоге все это привело к тому, что ей была показана красная карточка. Она покинула площадку, скамейку запасных своей команды. Ну и, конечно, потеря Натальи Винниковой, основного левого полусреднего «Звезды», сказалась на итоговом результате. А это Антонина Скоробогатченко, Ярослава Фролова.
Но вот здесь уже уход в неудобную сторону, или есть такое сленговое выражение в гандболе, уход под себя, но это просто классный бросок Ярославы Фроловой. И тут же мы видим все ту же Марианну Егорову, а это уже Ирина Антонова в девичестве Барановская, которая покидает берега Кубани и перебирается на Нижнюю Волгу в Астраханочку. Напоминаю, что нам через буквально час 15 предстоит увидеть второй полуфинальный матч, в котором на площадке Дворца спорта в Ростове-на-Дону сойдутся хозяйки, игроки Ростов-Дона и их соперницы из Астраханской Астраханочки. На этом мы заканчиваем наш первый сегодняшний репортаж. Для вас работали Артем Шумельков и Сергей Приголовкин. Оставайтесь с нами, скоро увидимся.